Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stig War Legacy. Так, ну что, у нас доступны следующие миссии: 227 и 228. Ну что, давай смотреть. Так, 8 очков улучшений. Ну давай, наверное, прокачаем наших мечников. И одно очко вложения я сделаю, наверное, на добытчиков. Ну что, поехали. Просто хочется посмотреть. Так, уничтожить статую врага. Так, добытчиков надо делать. Ага, опа. Друзья, тут какие-то индейцы у нас. Похоже, да? Слушай, хорош. Клепает. Я не знаю, что у них за оружие, но какое-то, я не знаю, первобытное. Палки, копалки. В общем, надеюсь, сможем справиться. Так, три мечника он вызвал. У нас тоже сейчас будет три мечника. Так, допустим, я вызову еще двух мечников. Так, у него три добытчика. Сколько у меня добытчиков? Тоже три. Тоже три добытчика. Так. Опа, четвертый добытчик у них вышел. Сразу двух. Итого пятеро, да, их? Че это такое, не понял. Че, ребят, за смертники побежали на меня? Ну-ка, сейчас заодно и проверим. Слушай, я бы не сказал, что они такие легкие. Да, скорее всего, нахрапом взять не получится. Тут, наверное, нужно подготавливаться. Так. Лучник у них, ребят, появился. Второй. Что-то мне не нравится их затея, вот эта вот идиотская. Да ты посмотри, посмотри, что происходит. Они отрядами на меня какими-то отправляют здесь. Фиолетовая кровь у них здесь, все дела. Давай, наверное, лучника еще одного создадим. Может, даже несколько лучше. Ну, толпой-то, конечно, мы их быстро тут запинали, тут базара нет. Так, три лучника. У него уже, он пошел второй ряд, ребят, заполнять. Ой, не нравится мне это все. Жди беды, кажется. Так, давай еще лучика. Сделаем ряд лукарей. Ну, он что-то уж больно быстро клепает. Это не кажется так? Смотри, он уже третий ряд, ребят, заполняет. Хе. А у меня всего два. Так, он еще отправил на меня уже четверых. Так, они все побежали. Они все на меня, ребята, рванули. Тогда в атаку. Слушай, тебе не кажется, что у них... Такое ощущение, что у них лучники скорострельные, что ли? Да ладно, я не поверю в это, что... Фига себе. Так, дай-ка я рудник, наверное, сделаю. Нет, не надо рудник. Он просто взял и забомбил весь мой отряд. Ну, мы, конечно, ему тоже там покромсали, но согласись, что это было круто. Круто, сильно больно. Скажем так. Сейчас попробуем. Слушай, ну лучники, в принципе, неплохо их колбасят. Мои даже лучники. Если я успею сейчас расстроить... Успею ли я? Два или три редка лучников взять. В принципе, мне кажется, можно было бы их победить. Как ты думаешь, а? Так, раз. Может быть, здесь надо было прокачивать лучников. Кто его знает? Так, у него, ребята, тоже четыре лучника. Я смотрю, четыре отряд. И опять он со скоростью света делает себе этих голодранцев. Ты посмотри. Один за другим бежит. Просто без остановки. Даже у меня такого не может быть. Посмотри, сколько у меня времени проходит между юнитами, чтобы он накопился. А он клепает их, как, знаешь, как эти. Что, он второй отряд, что ли? Лукарей начинает делать? Так, короче, он, ребята, тут начинает усиливать. Значит, и нам нужно усиливать. Раз, два, три. Сколько?
Раз, два, три. Четыре отряда в общем, да, у него? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня шесть отрядов. Так, бежит, ребят, бежит. Поехали тоже. Ты посмотри, как у него они стреляют, лучники-то. С какой скоростью? Я не буду, ребята, отступать. Нафиг. Будем бомбить. Да куда же вы бежите-то? Бомбить ему эту статую. Что он там призвал? Какое у него подкрепление? Да, в принципе, кто, по-моему, был. Вот единственное, что лучники. Да, тут я не поспорю, ребята. Очень много лукарей. Но... Так, тут под вопросом, ребята. Есть. Слушай, ты посмотри, сколько он нам оставил. Офигеть. Не такая уж и легкая, на самом деле, битва здесь была. Ну что, 227-ю миссию прошли. Давай смотреть теперь 228-ю. Дожить до заката. Дожить до заката. Ну, давай посмотрим. Тут 6 очков улучшений, к сожалению, всего лишь. И все равно, ребята, я предлагаю влить в мечников. Дожить до заката. Так, у меня там руда-то есть? Есть. Кто тут, интересно? Тут, наверное, будут, как всегда, зомби. Почему-то мне кажется, что будут именно они. Пока никого не вижу. Пока тишина на горизонте. Наша цель — отбиваться от полчищ до того, как... Оу, щет, ребята, это у нас стикманы с мечами вампиризма. Ну, вампирик, короче, одним словом. Дай-ка я попробую сейчас уйти. Расстрелять их вот так издалека, если, конечно, получится. Сейчас посмотрим. Ну ладно, бог с ним, с одним справились, горе пополам. С одним справились мы, с другим справилась башня. Но это только начало. Ядрить, макарить, вот я... Эй! Вы куда, ребят, бежите-то? Они побежат... Куда-то бегут у меня, сломя голову. Здесь их встречаем. Радушно. Видишь, они отхиливают себе. Они отхиливают себе именно вот этими, ребята, мечами. Мечами вампириков. Я вот сижу сейчас, думаю, может быть, мне... Так хочется лучников, ребята, хотя бы парочку сделать. И в то же время я прекрасно понимаю, что мечники круче всех. Ну, по крайней мере, здесь. Может быть, у него пойдет армия... Ё-моё, он, скажем, разом все круче, круче и круче ее делает. В атаку. Так, завалили здесь. Но тут только стенка на стенку получается. Тут по-другому никак, ребят, не прокатит. Сейчас еще больше их будет. 100% тебе говорю. И чем ниже солнце, тем круче врагов. Угу, вот о чем я и говорил. Врагов все больше, больше и больше. Тут, наверное, даже надо... Ладно, фиг с ним. Хотел добытчика, думал, еще одного поставить. Сейчас у нас пойдут потери. Тихо, тихо, назад, ребят. А в конце, скорее всего, друзья мои, пойдет какой-нибудь великан. Я даже не исключаю. Что пойдет супер великан в главе вот с этими охламонами. Такой тоже может быть. Пока стоим, ждем. Выжидаем, так сказать. Еще больше армия идет. Так, он нагнетает обстановку, да? Короче, погнали. О, лучник вообще тут... Ребят, не стоит на лучников раскошеливаться. Потому что они здесь практически урона не наносят. Я только что посмотрел, сколько он выстрел сделал. Там, я не знаю, я, наверное, плевком бы больше отнял, чем он со своей стрелой. Так что делаем акцент на мечников. Вон, один все-таки мой погиб. Рядышком там, на коленках упал.
Ну что, ждем супер-пупер. А я тебе говорил? Друзья, там какой-то мощный идет. Вон он. Погнали. Ох, как он там рубашит. Но он упал. Есть. Друзья, победили. Ну, эта миссия, мне кажется, попроще. Но мы и играли с собой на легком уровне сложности. Ну что, ребята, 228-я миссия у нас пройдена. И на этом я буду сегодня закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.